Это прекрасный ход со всех сторон. Это включение косвенно в команду выздоровления бывшего президента. И пусть он переговаривает. В конце концов, тебе потом не понравится, что он договорился, ты отменишь. Но это полезный шаг. Начать переговоры. Сможет Зеленский наступить на горло своей песни о выходе на границы 91 года или нет? Но опять же вспомню, в принципе, бесконечные переговоры Порошенко нам подарили много лет мира. Так или иначе. А резкая политика Зеленского привела к войне. Это факт, который нельзя отрицать. И потом надо же оценивать реально положение дел. И народ устал, и надо куда-то двигаться. И я не говорю завтра подписывать. Я говорю привлечь и организовать новые встречи.